Магнитный поток через замкнутый кондор изменяется на 0,06 вебра за 0,3 секунды. Какова средняя скорость изменения магнитного потока? При каком условии ЭДС-индукция постоянна? Для начала запишем наши условия. Изменение магнитного потока ΔF равно 0,06 вебра. Время изменения ΔT равно 0,3 секунды. Найти ЭДС-индукция. Найти скорость изменения. Напишем формулу ЭДС-индукции. ЭДС-индукция равна минус ΔF, деленное на ΔT. Эту формулу необходимо знать. Для начала найдем ЭДС-индукцию. Для этого воспользуемся формулой. Когда ЭДС-индукция равняется минус ΔF, деленное на ΔT. Подставимся на наше значение. Тогда у нас получается, что ЭДС-индукция будет равняться. Посчитав, получаем, что ЭДС индукция равняется 0,2 вольт. Найдем скорость. Скорость изменения магнитного потока равняется изменению магнитного потока на время изменения. Подставимся на наше значение. Посчитав, получаем 0,2 вебра в секунду. Запишем ответ. ЭДС индукция равно минус 0,2 вольт. Скорость изменения магнитного потока – это 0,2 вебра в секунду. Чтобы ЭДС была постоянной, скорость изменения магнитного потока должна быть постоянной. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.